Нифига не тарили. Но интересно же. Опа, стой, карп. Итак. Доброго дня, мы из Украины. Канал «Карповая кукуруза». Озеро Ульяновки. Сколько? 17 килограмм. 15,5. А мы приехали. Как обычно, удочки закинули черти куда. Фиолетовый поп-ап. С минут 40. Карп на пятнаху. Сейчас начнем раскладываться, ловить уже с умом. Все как обычно. Ставим лайки и погнали разлавливать это озеро. А, забыли ж показать пятнаху. Да, это даже 15,5. Такая радость. В общем, фарт — это, наверное, будет второе имя этого канала. И фиолетовый поп-ап. Надо не забывать об этом. Где-то даже тут остатки есть. Ну, карп оставок. И дальше ловим. Дальше ловим. Радости полно. Опа. Давай, карп. Фух. Фух. Доброго дня. В общем, мы приехали, поймали рыбу. Одну пока на дурняк. Все как обычно. Ну да, пруха. Так выглядит наш лагерь. Почему он так выглядит? Потому что мы в 4-м секторе. А еще есть 5-й и 6-й. Мы ждем, когда они заедут. Сейчас уже где-то час дня. А их все нет. Мы мокнем под дождем. А, вон наш свинь. Наша вымостка. Сейчас спустимся. Уже начали снимать вступительное слово. Остатки воды из-под карпа. Удочку. Сейчас еще перезаброс. Чем мы имеем? Мы имеем 4-й сектор. По информации от администрации, будет 5-й и 6-й забронирован тоже. Ну, вот мы ждем, не дождемся, когда они приедут. А весь ставок, в принципе, в рыболовах. 13-14 пока никого, но там, по-моему, тоже кто-то будет. Тот берег, там тоже все забронировано. И 2-й сектор. Ребята тоже приехали. То есть у нас есть только 3-й для купальщиков свободный, ну и 1-й. Понятно, свободный. Как мы сегодня будем ловить? 4-й сектор, мы здесь были недавно. Подсказка в правом верхнем углу. Кому интересно посмотреть, карты мы знаем. Точки здесь понятно. С 1 по 4, то есть 1 45, 2 60, 3 80, 4 95. Мы так ловили в прошлый раз. Будем повторяться, не будем, непонятно. Слишком много секторов рядом. Есть такая идея покидать в 3-й, вот туда. Нам нужно маркерить. Сейчас лупит дождь, не хочется пока маркерить, подождю. Ну и лень немножко. Дождь чуть пройдет, наверное, помаркерю. Либо будем разлавливать те же самые точки, которые ловили в прошлый раз. И повторение мать учения. И, в принципе, наверное, лучший враг хорошему. Поэтому, может быть, пойдем проверенным путем. По информации, которую имеем от прошедших здесь соревнований. Рыба брала здесь, как бы, 6-5 сектор ловили. Брала и на средних дистанциях, и на дальних. И не разбери, пойми, какая... была лучшая дистанция, работала. В 5-м секторе ребята поймали 40 рыб, из них только 10 карпов, остальные все были амуры. Так что, может быть, будет у нас сегодня амурный день, амурная ночь, прочее, прочее. Вот такая. Пока перезакидываемся и буду пробовать, наверное, снять это видео таким репортажем. Буду включаться там каждые 2 часа, рассказывать, какие у нас новости, что мы поделали, что изменяем. Или какие корректировки вносим. До новых видосов. Продолжаем наш репортаж. У нас 2:30. Прошел хороший такой дождь, очень противный. Соседи наши так и не приехали, но дождь ура закончился. Ветер дует, мы покушали. Еще даже не кормили рыбу. Вот. Из пойманной рыбы тут хороший карп 15700 и карась. Причем карась большой. И что интересно, морда. Я так понял, эти караси плоскомордые. То у них от поедания бойлов лопается лицо, скажем мягко так, вежливо, потому что дети могут услышать. Ну да, в общем, треснуло у него, вы поняли, да? Вот так, ест бойлы и трескает. Ну все, карася в ставок, а мы дальше ловим. До новых включений. У нас включение 4:30, приехали соседи, ура! Теперь мы можем весь вот этот хлам, который мы по бортикам сложили, раскидать. И это прям праздник. Но один праздник другое. У нас было 3 дождя, вышло солнце, мы обрадовались. А теперь поднялся сразу после дождя какой-то дикий ветер.
Сейчас покажу какой. Вот волна идет. И дует, дует. Дует, слава богу, на нас. Я не знаю, хорошо ли это или плохо, но спамбить все, что кидаем в корм, думаю, его уносит влево. Куда-нибудь влево. Вот так. По рыбам пока глухо. И соседи тоже пока ничего не поймали, потому что только-только приехали. Что на том берегу, не знаю. Там, по-моему, тоже глухо. Там есть ребята знакомые, у них пока тоже по нулям. Ну вот у нас карп сразу и карась с лопавшим лицом. Ну и ветер. Да. Вот такой репортаж у нас идет. До новых встреч. По корму. Чем мы и как кормим? Значит, правая часть свима. Мы выкармливаем мелкий пелец. Мелкий пелец, жижа, конопля. Где? Вот такой пелец у нас там есть. Мини-микс 1,5-2 мм. Потом трешка и трешка четверка. Это что касается у нас правой части свима. А, ну и красненький бойл даем. Карп любит красненькие бойлы. Это по правой части. По левой части, ну у меня там крезик, все как обычно, да. Пелец там трешка, восьмерка, шестерка, бойлы, пылики, бойлы, варенки. Так мы кормим и получается, ну и тестируем, что слева, что справа, какая рыба идет. По... Что на стиках? На стиках тут вот... А, кстати, есть Devil Squid у нас карповый. Крызи карповский, да, но я сейчас тестю вот эти все, я тут понавязывал, короче, разных. Открывайся, вот, вот такая. И на сквид хорошо идет, на сквид крылью Рубин Ред пробую и суперфиш. И подкидываю для сравнения еще крызика, тоже интересно, то есть что получается. Ну там и соседний сектор, да, в правую часть, там тестим. Вот тут все и валяется. По попапам и крючкам, ну тут полная вольность идет. То есть я одеваю и я даже не помню, что это. А, я знаю, что это. Это вот такой гибрид, причем лосось. И Devil Squid Scopex, да, вот он. И мегаспайсы. Мегаспайсы сейчас в воде. А, как раз я мегаспайсы одеваю с Робин Редом. Ну вот так, мне просто интересно. Ну и куда деться без белых попапов, и они тоже здесь работают. Он сделал такую дичь вообще. Тоже попробую, что заработает. Ну и там для вольности, для вариативности, короче, дофига что есть. Это банка из-под баунти. А что внутри, я даже не помню. Неважно. Короче, вот это основное, что идет. Мега спайс. Желтенькие пупапы. Вот это тоже идет. Devil Squid разнообразные. Ну и, короче, еще всякие-всякие разные, да. Это по кормовой программе и по споду. Что работает лучше? Лучше работает, по-моему, мне кажется, все-таки поп-ап у нас, чем вот эти все балансы. Да, ну посмотрим, как пройдет сегодняшний день и какие будут результаты. То есть дно, баланс или поп-ап. Вот так и по корму все рассказал. Кормим, кормим, кормим раз в час. Кидаем там 2-3 спомба в точку. После поклевки опять докидаем еще туда же. Если поклевки нет, очень долго спорим, докидывать в точку еще еду или не докидывать. Все, тактика, стратегия и питание объяснил. До новых подключений. У нас новое включение, сейчас 6 часов. Ветер продолжает дуть, но чуть стихает. Солнышко светит, все прикольно. Но у нас есть небольшой бонус. В виде сейчас покажем чего. В виде показываем вот чего. Чешуйчатый. Навалял так хорошо всем. Подмотал, не хотел подниматься. Но пришел. Итого у нас два карпа и карась. А, сейчас весим. Мы делали ставки, где-то 13-14. Сейчас узнаем, что он на самом деле. Весы не тарили. И не паримся. Потому что посчитаем в уме. Чачу застегну. Фух. А, да, пока взвешиваю, надо какую-то информацию добавить. Что мы успели сделать? Мы успели кинуть там по 3 спомба в каждую точку. И на этом все. Вот из-под спомба и пришла рыба.
13700 минус кило 300, 12,5 килограмм. И в принципе это радостно. Все, рыбу выпускаем и будем спамбить, наверное, дальше. Ветер не ветер, а кормить надо, рыбу приманивать надо. Блин, почему они такие здоровые, а? 12 килограмм с половиной. Это же здоровая рыба такая. Она потому что без ракурса фотографируемся, видео снимаем. Если делали фотки с ракурсом, были бы за двадцатки уже давно бы все. Ну то такая. У нас 7 часов вечера. Прекрасный закат на Ульяноках. Ветер слегка стихает. Ветер дует справа налево на нас. Слава богу, он закончился. Мы кормим, уже кормим стабильно. И у нас есть небольшой бонус от этого. Вот такой вот. Небольшой бонус. Раз. По нашим оценкам, бонус где-то на десятку. Но это уже неплохо. Третий карп за день. Сейчас покажем, что у нас за третий карп за день. И будем его распутывать. И... Тихо. Все, хороший карп. С карпом все поделали. Попшикали его зеленкой. И с карпом чудесно отправляемся в закат выпускать карпа. А вам всем пока и до новых видосов. Здоров, рыболовы. Я обещал репортажный такой вид съемки. Вот и делаю. У нас сейчас 9 вечера. Мы поймали 3 рыбы, закормили точки. Так как я немножко кривоватый, орех я не успел сварить. Но он, хотя очень сладкий и вкусный, я его хаваю. Ну, прикольно, да. На Ульяноках закат красивый. Я ем орех. Ждем, когда поймаем рыбу. До новых включений, пока. Доброй ночи, рыболовы. У нас 10 часов, очередное включение. У нас триплет. Амур и карп. Нафиг запутанные удочки полностью все. Фу, мы еле это вытащили. Спасибо большое пятому сектору. Рыбы много, сколько весит, не знаю. Да неинтересно, рыбу нужно выпускать. Рыбу мы выпускаем. Вот такое у нас было включение прикольное. Такой триплет. Доброй ночи, рыболовы. У нас 11:30. Делаю подсъем очередной для репортажной съемки. В общем, нас триплет нас отпустил, слава богу. Все отдохнули, выдохнули, распутали все палки, перезакинулись, но уже не кормили, потому что ночь не камильфо. Чем мы имеем поставку на сегодня? У нас 4-й сектор, про себя точно знаем, у нас 10 рыб. В 5-м секторе у соседей у них один амур, семерка, но они больше отдыхают. Сейчас у них спросил, как дела, говорят, больше отдыхаем, чем ловим рыбу. Ну и наслаждаются отдыхом. Знаю инфу по 18 и 19 сектору. У них 2 рыбы, 8 и 9. 20 сектор поймал штук 10. 21 сектор борется с илом. Они там что-то перекормили. Ну, перестарались они со спомбами. Вот такая инфа по водоему. Больше никакой инфы у меня нет. Мы ловим рыбу, жарим мясо. Наконец-то будем себя кормить. До новых включений. До новых рыб. Так, доброго утра, мы из Украины. Второй день рыбалки, коротко о ночи. В 2 часа ночи начался дождь. Какой-то такой нереальный дождь. Потом начались молнии, потом начался гром. Потом он гремел, гудел до 9, до 9 утра где-то. Да. В общем, спать было практически невозможно. Светло, гремит. Вот, рыба тем более вообще не клевала. И слава богу, как по такому дождю выбегать и в такую грозу вообще поднимать палку, ну, мне было бы лично страшно, и я доволен, что за ночь ничего не клюнуло. По поводу этого сна, когда все гремит, все светится и громыхает, наверное, был такой лайтовый вариант, что происходит на передовой. Да, даже лайтовый вариант мне не понравился абсолютно. Что там происходит на самом деле, даже если страшно представить. Вот такое. Короче, итоги ночи. Вот такие у нас. Рыба не клюнула, и слава богу. А погода немножко начинает улучшаться днем. Сегодня вроде как будет солнечно. Это не может не радовать. А что по рыбам? Ну вот мы поймали что-то. Ну такое.
даже и показывать неинтересно. Небольшая рыба. Сейчас начинаем кормить опять, закидывать корм, все остальное, прикормки, насадки, и начинать разлавливать второй день. До новых эфиров. Здоров, рыболовы, у нас новое включение. Сейчас час дня, у нас есть рыба, которую приятно показать. Короче, результат нашей кормежки заработал. Крупная рыба пришла. Да, давай. В принципе, хорошая рыба. Бодренькая. Да. Не хочет. Категорически не хочет. Подниматься и показываться. Вот так, ура! Такая рыба у нас пришла, точка 60 метров, работает, закормили, красивый, но только в слизи весь. Сейчас посмотрим его вес, ваши ставки, килограмм 12-13, я думаю. Вот сейчас и узнаем. Вот такой у нас второй день. Слава богу, эта погода закончилась, может, дожди, все ветры, грозы. Уже так налаживается погода и начинает клевать рыба. Хотя по инфе из всяких там 19-х секторов, где знакомые сидят, у них и с утра клевало неплохо. А у нас вот сейчас начинает. Покажешь весы? 14 килограмм, да? Ну да. 12700. Отлично. Все, рыбу выпускаем, ловим дальше. И у нас есть торпедо. Вот такое амурное. Один карп, один амур. Сейчас взвесим. А нет, у нас поклевка. Давай паровозик снимем. Давай, 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 давай. И пошла рыба вторая, третья. Короче, у нас дуплет с задержкой. Сейчас покажу, сколько весит амур. Ну вот он, амур в мешке висит, качается. 8 килограмм. 400 грамм. Да, я что-то думал больше. Ну ладно, амура пускаем. Это что было эффектней. У нас подсъем очередной. А сколько сейчас время? Часа 4, наверное, да? Часа 4. О, кстати, пришла метка. Что такое, как делаю я, как настоящий лентяй. Когда поймал рыбу, отматываю метку. Абсолютно не тороплюсь. Клипсуюсь. Чтоб еще раз не делать этого. И теперь мотаю. Главное не забыть фрикцион снять. Короче, тянем рыбу. Рыба пошла вправо под удочки. Рыбы здесь любят ходить под все удочки. Короче, как у нас проходит день? Мы кормим, ловим. Кормим, ловим. Интересное показываем. Неинтересное не показываем. Рыба, кстати, по-моему, небольшая. Но прикольный был паровоз. И рыба ушла вообще черти куда вправо. Что интересно. До этого рыба все время уходила, кстати, влево, да, у нас? Все время рыба туда шла. А сейчас что-то она захотелось ей вправо сходить. Вот есть информация. Непонятно только, какие пользоваться и какие из нее выводы сделать. А что ты решил, что амур? Ну, как-то он сдалека шел тяжело. Не, это амур, да. По хвосту понятно, что это амур. Амур съел опять весь корм, который я накидал. Короче, я спамлю, а амуры все съедают. Я спамлю, а амуры все съедают. Яскравые точки в корме, его приваблюют. Да. И вот это опять подтверждает ту теорию, точнее не теорию, информацию, которую мы здесь получили, когда приехали, что вот ребята в пятом секторе, которые здесь ловили на соревнованиях, они поймали 40 рыб, из которых 30
были амуры. Какой-то вообще спокойный амур, на удивление. Ой, побольше. Снова всем привет. У нас 4 часа дня. Нас долбят амуры. Мы накармливаем точки, а они нас долбят. Ну и так покрупнее уже вроде идет. Сейчас будет, наверное, бесноваться, конечно же. Да. Свежепойманный амур. Кстати, ставил ее на треногу. Оставил его под треногой в мешке. Отломал мою гребенку. Упала тренога, отломалась все к чертям. Надо как-то починить. Если кто знает, как починить, напишите об этом в комментариях. Ну там выломалось все. Нужно что-то новое вставить, какую-то резьбу накрутить. Так. Короче, это амур. Что его показывать, чтобы амуров не видели. Правильно? И рыбу мучать. Сейчас еще по мордам получу. Нас интересует исключительно вес, потому что нам показалось, что он все-таки может быть чуть-чуть больше, чем обычно. Обычно у нас ловится. Фух! Поднимание, показывание, да, оно уже такое. Блин. Ну это 10 килограмм, амур. 70 грамм нам накинем за смелость, храбрость и старание. Десятка, амур. Это радует. Хочется, конечно, нам карпа 20+. Ну, десятка, амур тоже неплохо. И много амуров тоже неплохо. Ну все, амуров с того, до новых включений. У нас новое включение. Сейчас где-то часов 5 вечера. Амур лупит, съедает весь корм. И я иду заново кормиться и накидывать кучу еды. Что по корму? Вот это моя кормежка будет для рыбы. Амур она точно нравится. Здесь у нас орех, крупный пелец и бойлик крушеный, бойлик целый. Вот это сейчас все и полетит ставок. Надеюсь, амуру не понравится очень сильно. А если и понравится амуру, тоже чудесная рыба. Вот пошел сейчас туда и буду кормить. До новых подключений. Здоров, рыболов. У нас очередное включение. Амурья тема продолжается и не заканчивается. Сейчас вообще был дуплет. Вот. Первого маленького я отпустил, потому что второй был побольше. И решил второго показать. Я попытаюсь. Бешеный амур. Один сегодня сломал мне уже треногу. Этот сейчас сломает голову. Ну так и. Вот такие у нас прут амуры. И съедают весь наш корм. Ах ты, боже мой. Короче, все, амура пора выпускать. Чуть не вылетел из мата. Интересно вес узнать. Вот такая. Короче, амуры, амуры, амуры. Муры, муры. Продолжается, повторяется прошлый раз здесь. Или с кормом что-то я не так делаю. Или не знаю, короче, вообще что. Или здесь просто дофига может амура. Так, что у нас по весам? По весам нужно, чтобы он в воздухе висел. По весам. По весам у нас 12400. Я завис. 11 килограмм амур. Неплохо. А до новых включений. Я этого выпускаю. Пока он не забалдел. Я он совсем не забалдел. Потому что прыгает. Очень удобно, когда много всего. Все. Давай, амур, пока. До новых видосов. Сорян, что спиной. Добрый вечер, рыболовы. У нас 8 часов вечера. От амуров отбились, слава богу. Вот кормимся сейчас на вечер, потому что ну, все посъедал. Я сделал себе новый корм. Вечерний уже еще раз. У меня есть орех. Увеличил количество ореха, потому что куда-то на все нужно его деть. Пелец 3-5-8 и варенка. Будем затягивать большую рыбу. Что по прикормкам сегодня работало? Итоги вечером. Итоги вторых суток, да? Ну, сквит. Тут можно ничего не говорить. Да? Сквит шел на ура. На него и ловилось.
Robin Red Superfish. Что интересно получается? На криль Robin в основном идет амур почему-то. Сейчас запросил саппорт. Саппорт запросил я, да. Говорит, убирай криль Robin Red, избавься от амура. Ну вот будем на Superfish переходить. Вот такая. Что-то по корму и по прикормкам, по стикам. Чё по папа-папам? Папа-папам, папа-папам. Папа-папам хорошо идет у нас. Желтый скопекс, который тоже сквидовый. Мега спайс. Попапчики прикольно идут, оранжевые. И попапы просто пробовал, одевал. Но что-то с попапами сегодня у нас... Вчера был день попапов, а сегодня уже день почему-то балансов. И вот этот прикольно тоже залетает. Это баланс. Где наша резкость-то? Вот она, наша резкость сбоку почему-то. Это карпетчерс, вот этот Red Mega Spice. Вот так и. Ну и там уже такие вторые аутсайдеры. То, что меньше работает, по моим наблюдениям. Все, сейчас буду опять вязать стики, менять крючки. Потому что крючки все амур поуничтожал. Сейчас попроверял. Все тупое до ужаса. Ну, это следствие амура. Ну все, мы спамбим, 8 вечера, скоро перезабросы и скоро уже будут ночные будем ожидать ночные проходы рыбы. До новых включений. Добрый вечер, очередной подсъем у нас сейчас 8:30 примерно. Вот я говорил до этого, что попросил саппорт и типа криль убрать из программы, потому что вот это вот, ну оно идет и идет амур, который просто все выедает и уничтожает крючки. И причем амур уже идет, уже такой, ну, меленький. Короче, его даже и показывать. Вот так, наверное, будет понятно, да? Что амур мелкий. Куча пены, куча нервов. Короче, криль убираю из программы вообще, из стика. Посмотрим, в криле это было дело или не в криле дело. Собственно говоря, только поэтому снял это видео, потому что, ну, показывать амура там на 8 килограмм, это вообще не то, не сё. Вот и затестим. Криль это был или все-таки он такой и есть. Ну, а я опять спамбить и опять перезакидываться. Добрый, совсем добрый вечер, рыболовы. У нас 9 часов вечера. Ой, чуть не упал. Да. Ну, я ж убрал криль, да, из микса. Ага. И дуплет. Просто сразу дуплет закинул, 10 минут дуплет, вот такой дуплет, уже ничего не видно, темно, да. Ну, вот такой амур. Не сработала идея с крилем. До новых эфиров. Снова доброй ночи, рыболовы. Ульяноки, 9:50, все класс, ловим рыбу, от криля избавились. Ну да, вот висит антикриль, дуплет перезакинул, закормил из-под спомба, на тебе девятка. Вот так и, видимо, дело не в криле, а дело в том, что как идет рыба там слева направо, справа налево, и с чем я кормил. Все, отрется на волю, я его выпускаю. Пока, до новых эфиров. Доброй ночи, рыболовы. У нас 10 вечера. Амур едет одна палка, амур едет вторая палка. Перезакидываю палки. Я не знаю, полчаса опять. Поехала одна. Одного отпустил, поехала вторая. Короче, такая амурья. Амурья развлекуха. Больше, наверное, с амуром никаких подсъемов делать не буду. То есть придет карп, покажу. Не придет карп, ну на амура хватит. Потому что, ну, снимать каждого амура нет никакого смысла. Вся рыба идет сейчас на левую у нас. Первая, вторая палка. То есть вся рыба слева идет. Третья, четвертая палка молчат. Ну вот первая, вторая гоняет амуров, 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 амуров и больше ничего. Ой-ой, 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 ой-ой. Короче, конец съемки. Амура выпускаю. До встречи с карпом. Пока. Доброй ночи, в час ночи. Новое включение. У нас заработала четвертая палка. То есть правая часть начала ловить. Вот. Чилит у нас вверх ногами. Уже не амур, как и обещал. Включение будет не с амуром. Вот такая рыба к нам пришла. Спокойно все взвесили. И показали. Доброй ночи, рыболовы. У нас где-то часа 2 ночи.
Big Fish мы сделали этих суток. Я надеюсь. Вот такой. Поднять не могу. До хрена весит. Реально дофига. Вот так. Примерно вот так. Да. Короче, мы его взвешиваем, отпускаем. Рыбу жалко. Мы так с ним промучились долго. Она тут позапутывала все нам. Фух. Ну, это будет что-то здоровое. Плохо, что не днем. Что-то свет пропал. Плохо, что не днем. Что не получится красивые фотки. Ну и ладно. У нас будут красивые весы. Фух, весы не тарили. Так, для подробности. 300 кило. В уме сможем отнять. Они аж просили. Шо? Шо? 18 килограмм? Серьезно? А чё я расстроен-то, интересно? Типа 18 килограмм серьезно. 18 килограмм серьезно. Да хоть 100 раз его взвесь. 19 900. Все равно, короче, 18 с половиной. Короче, ставок такой, бигфишек пойман. Амур ушел, карп пойман. Как и обещал, вернулся с видосом. Все, пока. Ну что, снова доброй ночи. Я успел перезакинуть первую палку свою. И уже решили пойти спать. Но тут паровоз. Снова паровоз. Снова рыба. Вот, вот такая. Я уже проснулся, уже могу поднять нормально рыбу и поймать. А, в общем, сейчас весим и, конечно же, выпустим. Что я забыл рассказать в прошлый раз? Ну, тот раз я уже спал, а в этот раз уже не спал. И чуть-чуть голова работает. После того нашествия амура я просто вымотал палки где-то на час. И там жарил мясо, занимался своими делами. Не ловил, потому что амур сбесил. После этого я просто поставил варенку, ну, стики, которые использовал до этого. Но перешел варенку, крючок, и закинулся. Вот чуть-чуть времени, отклик, и сразу два карпа подряд. Ну, наверное, мои заслуги здесь, я думаю, очень мало. Вся заслуга в том, что, наверное, был проход рыбы. Она просто пошла вот по удочкам. Тахаре. Это вот, короче, брат того карпа, который взломал трину. Что там? Да, 14, как мы и спланировали, да? Помнишь, сказал, что судя по размеру будет 14. Да, 14 килограмм. Фу, итого у нас получилось тогда 18, где был 19,95. 20, да, там был, тут был 18,700, а этот 14 там. 14,100, что-то типа такого. Ну, в общем, такая радость. Сейчас опять перезакину на варенку. И опять будем ловить. Точнее, пойдем спать. А удочки пускай ловят. Ну все, рыбу в ставок. Инфу все подал. Ночное включение сделали. Ночной проход рыбы поймали. Сейчас будем еще ловить. Ну, от амура избавились. Ну, карпа сейчас очухаем. Продуем ему жабры. И он поплывет. Ну так и давай, вперед-назад, вперед-назад. Давай. Тебя же вообще там быстро держали. Подняли и выпустили сразу. Все, погнал. Фух. Короче, у нас веселая ночь сегодня. Вчера лупил дождь с грозой, с громом. Сегодня она возвращается. Вчерашние страдания, все остальные вещи. До новых включений. Всем пока. 4 часа утра. Спать уже хочется. Паровоз был. Паровоз был не амурий. Именно уезжала удочка. И по всем ощущениям это был карп. Но по факту оказался амур. Это была 4-я палка. Вообще все было необычно, неожиданно. Да, вот ему за это водой. 4 часа утра. Что у нас?
Вон уже даже можно видеть рассвет по всему водоему. Поэтому этот амур наводит мы на мысли на то, что пора бы, наверное, выматывать удочки и ложиться спать. Потому что завтра рано вставать, собираться и потом ехать в Киев. Вот такая. Короче, я точно выматываюсь, поэтому до встречи утром. Всем пока, спокойной ночи. Доброго утра. У нас 9 часов. Мы таки вымотались, ночью удочки вымотали. Я свои вымотал, правые еще оставили. Ну, я ничего не поймал, потому что у меня удочек не было в озере. Правые уже тоже ничего не поймали. И слава богу, что мы поспали хотя бы вот там с 4 плюс мы легли, в 9 подъем. Сейчас уже постирали, все начинает сушиться. С 4 утра рыбы не было, да, я уже сказал. И слава богу. Собираемся, стираемся и потихонечку будем уже двигать домой. Если что-то поймаем за это там час-полтора, который нам остался на сборы, покажу. Если нет, будет финальное слово, какие-то итоги. Ну а здесь в Ульяновке утром пасмурно, дует ветер, все чудесно, все как обычно. Все, до новых эфиров или до прощального слова. 11. Лагерь собран, мы готовы выезжать, кинули удочки, абы как. Со всеми попрощались. И у нас есть приятное финальное завершение сей рыбалки. Это наш 10-й карп за эту сессию. Вроде 10-й. Вот. Весов уже нет, треноги уже нет. На скидку мы им даем килограмм 14, не больше. Да, уже это как-то не особо важно. Есть финальный карп в утро сборов, это супер приятно. Карпа выпускаем и все, переходим к заключительному слову. Ставим лайк, всем пока. Рыбалка наша завершилась. Надо подвести итоги, какие-то умозаключения сделать, выводы и хронологию кратко описать. Приехали. Точки мы знали наши. Плюс у нас была информация о том, что будет первый, второй, пятый, шестые сектора будут у нас тоже ловить. Думали немножко поменять точки, но из-за такой плотности решили, что оно все-таки лучшее враг хорошему. Остались при тех же, дистанциях, разложили удочки, как и в прошлый раз. Значит, первый день дул ветер точно такой же, оттуда сюда, то есть это как это, справа налево, да. Работала четвертая, третья палка поначалу. Первая, вторая вообще полностью молчали. К вечеру ветер там чуть подстих, развернулся и был у нас триплет. То есть раз-два поймали рыбу и третья поймала рыбу. Был триплет тут такой сумасшедший, хороший. К вечеру что-то еще поподлавливали. Ну и началась эта дикая-дикая гроза с громом, со всеми вытекающими обстоятельствами. То есть рыба не клевала, удочки мы оставили на свой страх и риск. Было и страшно выматывать их по грозе, и ну, к ним вообще лучше было не прикасаться. Второй день. После утром что-то были какие-то там небольшие две рыбы у нас. К обеду даже, да. После грозы этого что-то у нас ничего не работало. Хотя я знаю, что там 19-20 сектора с утра ловили, но у нас была тишина. И потом включилась первая, вторая палка, третья, четвертая. Второй день вообще не поймала ни одной рыбы. Все работало первая, вторая. Скорее всего, это связано с... Тогда поменялся ветер, ну и проход рыбы, видимо, был в другую сторону. Ловила, значит, у нас первая, вторая. Карпы. И к вечеру включился амур. Причем амур включился настолько сильно и агрессивно, да, что мне пришлось уже выматывать удочки, я от него устал. Почему был амур, с чем мы это связывали? Ну, во-первых, да, ближняк, эти 45-60. Я менял сам стик, вкус не помогло. Скорее всего, это было связано, мое личное мнение, с тем, что... Была крупная фракция, и я все-таки после каждой поклевки еще докидывал туда там 1-2 спомба. То есть я амуру постоянно поставлял еду. Ну вот это мои умозаключения. Еще возможно, потому что был бойл, этот кальмар, клюква, он сладенький. Амур любит сладенькое. Но это такие предположения. В общем, амур тоже рыба, немножко бесячая в плане, он очень сильно забирает сил. Положить его в мат, выпутать, он бьется, я получил по лицу хвостом хорошо. Потом уже живу это оживление, прокачивание, да, чтобы его на выпускании. Занимает много сил, времени. Немножко не нравится, но амур тоже рыба, ее классно ловить. К вечеру уже у меня сработало... Да, после амура я же перешел уже полностью на огромный вареный бойл. Думаю, ну, чтоб не достался точно амуру, не доклюнул он до него сверху вниз. У меня сработала первая палка, показал рыбу. Как раз пока отпускал, сразу проехала вторая палка. Это было 2-3 часа ночи. Видимо, пошел проход.
И вот эти две рыбы и подловил. Закинулся и пошли спать. Потом сработала третья палка, карп, амур был. И четвертая палка был карп у нас. 4 часа утра уже я не видел смысла никакого ловить, потому что пора вставать. Ну, есть рыбалка, а есть здравый немножко смысл. Мы не на соревнованиях, поэтому я вымотался и уснул. Тиммейт 3-4 оставил, но тишина. С утреца был пойман приятный бонус в виде этого карпа. Все, мы собрали вещи, уже уезжаем. Рыбалка более чем удалась. У нас 10 или 11 крупных рыб. Это по карпу. Амура. Я абсолютно уверен, что я поймал не в количестве, а в качественном значении. Я поймал всего амура на этом озере. Потому что, ну да, точно, всего амура просто. Не 100, не 2, а именно всего. Карпов больше 10 штук крупных, мелких. Мелкий тоже был карп. То есть неплохой такой темп, режим у нас по улову был, мне так кажется, я так считаю. Рыбалкой абсолютно довольны. Нужно еще будет сделать определенные выводы. Обязательно вернуться на это же озеро, в другой сектор, как повезет нам с доступом, с бронированием. И тоже еще половить, пооблавливать новые сектора, новых рыб. На сием все. Это была карповая кукуруза. Ставим лайки этому видео, если вам понравилось. Смотрим другие обзоры. Все буде Україна. Робимо все для перемоги. Всім добра і міра. Пока.